Дорогие наши учителя, родители и гимназисты, поздравляю вас с замечательным событием – днем рождения нашей гимназии. В следующем году нашей школе исполняется 50 лет, а 12 апреля этого года гимназии, рожденной школы, 10 лет. Пока наша гимназия еще ребенок, который развивается и находится впереди своего становления. Но благодаря профессионализму, творчеству учителей, старанию лучших учащихся, наша гимназия известна не только в районе, городе, но и за пределами нашей страны. Желаю нашим педагогам оптимизма, удачи, творческих поисков и инноваций, побед и достижений талантливых и креативных учащихся, родителям здоровья и благополучия. Вам, наши гимназисты, я хочу напомнить, что мы вас представляем и хотим видеть самыми лучшими, самыми умными, самыми достойными. Стремитесь к знаниям, побеждайте в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, проявляйте культуру социального служения, будьте примером и образцом для подражания. С достоинством несите гордое звание гимназист. Желаю нашей гимназии процветания, развития, ярких свершений и побед.